В Казанском федеральном университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов кандидатам и докторам наук. Документы о присуждении ученой степени вручал проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Хочется пожелать, чтобы у вас всегда сохранился этот задор к научным исследованиям, интерес, и чтобы здоровье позволяло не просто выполнить все задуманное, а еще и наслаждаться плодами вашего всего задуманного. Ученые признаются, после получения дипломов они планируют развиваться в разных направлениях. Одни хотят продолжить научную деятельность, другие – уйти в преподавание. Моя работа была связана с модификацией соединений, выделяемых из природного сырья. В частности, это был битулин, который выделяется из коры березы, с целью получения различных средств с выраженными лекарственными свойствами. Планы на будущее есть. Хочу остаться в университете, преподавать и придумать курс по энзимологии в нашем университете. Кандидаты и доктора наук отмечают, переход на новый этап – большой шаг. Теперь для них открыты новые горизонты, а значит, человечество стало на шаг ближе к научным открытиям, которые изменят мир. Виктория Нагина, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.